А теперь к дорожной обстановке. В регионе она непростая. Только за сутки свыше полусотни ДТП. Одно из них произошло в Светлогорске. Здесь травмы получил мотоциклист. Водитель автомобиля не убедился в безопасности своего маневра при повороте налево и совершил столкновение с водителем мотоцикла. В результате происшествия водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу. Хочется обратиться ко всем водителям двухколесного транспортного средства. Быть, конечно, предельно внимательными на дороге. Ну и, конечно же, не забывать про личную безопасность. То есть обязательно использовать шлем время движения на мотоцикле.